Опа. Вообще неплохо. Блондиночка еще по телефону балакает. На кассе машинки. Этого я и боялся. Я тебя, падла, сжарю сейчас, сука. Да упаю! Ёб твою мать, блядь! У-ху! Кто мне там, ёпта, пишет, когда я еду на мотоцикле, катаюсь, ёпта, мне кто-то пишет. Чё там? Давайте ответим на сообщение. Где-то на трассе, на обочине встанем. Кому-то я нужен. Пишет, выглядит пугающе. Ну да, оплатите 550 апдей. Пошли вы на... Я тебе сейчас покажу самый классный лайфхак в твоей жизни. Это две карты банка от Тинькофф. Одна Black, вторая Platinum. По Black ты получишь 100% кэшбэк на первую покупку от 1000 и получишь эту 1000 назад. То есть ты ее заказываешь бесплатно, покупаешь продуктов, там яблочек, бананчиков, энергетиков. И эта 1000 капает тебе назад на баланс. А по Platinum тебе вернется 2000, но ты должен сделать покупку на 5000. Но такой большой кэшбэк доступен не всем, а только тем, кто закажет карты по моей ссылке в описании. Также у них бесплатное обслуживание, кэшбэк 1% на все покупки и 15% кэшбэка на выбранные тобой категории. Бесплатное снятие наличных и бесплатные переводы в другие банки – это такая малая часть фишек. Я больше 5 лет пользуюсь только банком Тинькофф и нашел классные плюсы именно для себя. Заказывай сейчас, ведь акция вот-вот закончится. Получай большой кэшбэк по ней и пользуйся лучшим банком на этой планете. Ну ебашься, ёпта, блядь. Телефону болтает и сенечки щелкает. И без номеров. Часа классика такая. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идеи. Ну езжай, блядь. Пипи, пупучек. Че если сделать погоню с этой Дэдди Мобиль, блядь? Ёб вашу мать, блядь. Блядь, вот это нетерпимо. И вот что делать в такой ситуации? Да он, Ну, я интеллект качать не собираюсь, поэтому... Шо-шо? Ну да, есть такое. В смысле?
Не-не, я не клоун, бля. Ага, поверил. Ну и бредятина. Нет. Я чуть бабку не сбил. А где моя человечность? Я же ее не терял. А что произошло? Куда моя человечность делась? Она у меня есть? Давайте хотя бы это не будем сбивать. Сегодня. А не боитесь дорогу здесь переходить? Нет, знаете, все время пешком. Уже 3 года перехожу. Тяжело, да, от пешеходного идти, ну, рядышком, да, руки. Ну, да. Ну, они осознанно, все водители осознанно. Что сегодня я в таком положении, а завтра они не знают, что будет. Ноги гоняют, как сумасшедшие. Да, есть такое. Если бы ножки размяли, прошлись через пешеходный тротуар, нет, этот, нет, переход. Что за возня? Помочь? Помощь какая-то, эвакуатор. Мы вызвали сейчас этот, гайцов. Там товарищ выехал. Понял. А где... Он отсюда выехал. Ну я понял, да. Ну, это типичная такая тема тут постоянно. Машина с прицепом по большому счету тоже есть. Ну все, понял, ладно, удачи. Писечка бегает. Ну поебать, суицидники ебаные. Это ты потрясающий. Ты потрясающий. Когда здесь 140 пролетаешь. Опа. Вот это эпичное падение. Топ-5 падений школьников на самокатах. Что за хуйня? Опа, блядь. Нихуя себе. Еба. Ты, блядь, долбоёб нахуй. Своим телефоном, блядь, сидишь там. Что-то на латышском было сказано непонятное сейчас. Ой, ёпта, там... Там КамАЗу, пизда. А я думаю... Давай. Ебать, и он дальше едет, у него все дым. А нахуй он едет? Или он пытается так отъехать? Ебать, воня. Так, воняет какими-то тухлыми яйцами тут. Такими. Фу. Это от меня, от моих? Не, мои яйца не воняют, они пахнут вкусненько. Все, я свободен.
есть, да, какой-то? Все есть. Ну, похвастайся. Давай похвастаемся. Ничего не слышу, у меня музыка. Пожалуйста, тут все есть. Отлично. Все на месте. Замечательно. Ничего не слышу. Ну да. Иногда смотрю. Ну лучше почаще. Так. Что-то нелепое. Нелепый диалог. Я сам с собой общаюсь, а не с ним. Жестко. Забавно. Ничего не слышу, музыка ебашит. Он гений. Ну, блять, какой-то, фу, блять. Просто мурашки по коже. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. А, блять, какая-то хуйня. Усик сломался, погнулся, и крылышко. Ты чё, иманутый? Собственно, ящик вина у нас тут. Надеюсь, что сюда едет в целостности. И ничего не выпадет. Ты совершенно прав, мой друг. Опа, ебать, накиньте, выпало, поймал, ебать, в ящик вина. Опа, нихуя зацепилось, прикиньте. Вот так вот. А, ебать, вся эта провалась, не выдержала. Ящик вина, говна. А, ебаный. Ага. Так, сейчас тогда сделаем тактику галактику и просто закинем это, ебать, на спину ебаную. Двухтактная хондочка 250. Никогда на двухтактах не катался. Еба, он легкий, мягкий такой, легкий. Вот 5 победителей, которые получают эксклюзивные наклейки канала. Если ты тоже хочешь себе такие, то напиши под этим видео любой комментарий со словом наклейка. Итоги будут в следующем видео. Спасибо за лайк. Пока.